Добрый день, гости моего канала. Все посадила капусту, посадила цинии и посадила физалис. Все закрыла. И надо нам сюда в грядку проложить картон. У меня вот есть такая коробка. Сейчас я ее разрежу и заложу в грядку. Картон я проложила. И теперь буду засыпать туда сухую траву. Ну все, теперь можно засыпать. Это все землей. А муж все еще укрепляет крышу беседки. Чеснок зашел очень плохо. Не знаю, что это такое, почему. Очень много не взошло. Везде все одинаково посажено. Один ряд зашел практически полностью. Две чесночининки только не зашли. Вся мелочь зашла. Вот это из семян. Я сажала семена. Вот. Маленькие. Они тоже все взошли. Все с ними хорошо. Отлично взошли. А здесь вот, вот эти три ряда вообще ничего почти. Лучок мой в порядке. Вот так. Но он боится мороза, заморозков. Поэтому, если объявят заморозки, я это все, конечно, накрою пленочкой. Начинают просыпаться почечки у винограда. Вот такие вот. Вот такие мохнатые почечки. Это уже проснувшиеся. Вот они. Чему я очень рада. Вот такие почечки. Я подготовила грядку под морковку, прорыхлила ее. Теперь буду делать, сделаю бороздки, пролью их, буду сеять морковку. У меня два сорта морковки: витаминная и барыня. Витаминную я уже сажала в прошлом году, вкусная. А барыня не пробовала. Посмотрим, что вырастет. Вот так вот он приваривает профильную трубу. И вот распустились мои нарциссы. Грядочка совсем зеленая. Бутончики у моих тюльпанчиков, гиацинты начинают распускаться. И теперь мой первоцвет не будет вываливаться на дорожку. Так вот, все красиво. Спасибо за просмотр. Всем пока.